заметить, что заголовок звучит нелепо из-за включения в предложение предлога «благодаря», не потерявшего еще своего первоначального лексического значения по связи с глаголом «благодарить». Логично употреблять его в тех случаях, когда речь идет о причинах, вызывающих желательный результат. Поправился благодаря заботам матери, спасся благодаря своей находчивости. Степан Аркадьевич в школе учился хорошо, благодаря своим хорошим способностям. Однако в печати нередко встречаются такие предложения, нарушающие указанное выше положение. Благодаря снежным заносам движение прервано, хотя благодарить здесь некого и не за что. В подобных случаях отмечается употребление предлога «благодаря» для указания причины вообще, а не только такой, которая заслуживает благодарности. Эта причина может быть нейтральной и даже вызывающей отрицательные последствия. Связь с людьми потеряна благодаря последним арестам. С работы он вернулся рано, благодаря отсутствию важных дел. И все же в предлоге «благодаря» в достаточно большой мере сохраняется его исконное значение – благодарности. А потому лучше сказать, ученик не пришел в школу вследствие, по причине, из-за болезни. Если поговорку «что в лоб, что по лбу» толковать буквально, то никакой разницы между содержанием первой и второй ее части мы не усматриваем. И все же небольшая разница есть. Сопоставим похожие словосочетания «глядеть в небо» и «глядеть на небо». При всей близости их значения находим и оттенок различия. «Глядеть в небо» значит смотреть в одну точку, а «глядеть на небо» – смотреть на всю поверхность пространства. Рассуждая по аналогии, выясняем, что «в лоб» значит в одну точку, ударил пальцем в лоб, а «по лбу» – по всей поверхности, ударил себя рукой по лбу. Оттенки различия находим и в других, близких по общему значению предложенных словосочетаниях. Сравним наиболее часто употребляемые сочетания. «Гулять в лесу» обозначается действие ограниченное, «гулять на определенном участке леса», а «гулять по лесу» обозначается действие, разбросанное в пределах названного пространства. «Ездить в города» указывается на направление действия, а синонимическое сочетание «ездить по городам» имеет распределительное значение. Действие распределяется на объекты последовательно, один за другим. «Идти по берегу» указывается место движения, а «идти вдоль берега» определяется направление движения на пространстве, вытянутом в линию. Картины развешаны на стенах, указано только на место, где висят картины. А если говорится, что картины развешаны по стенам, то выражается добавочное значение распространения действия по всей поверхности предмета. Спускаться с лестницы значит двигаться от верхней до нижней ступеньки, а спускаться по лестнице значит двигаться по поверхности предмета, может быть, середины лестничного пролета. Последнее время обозначается определенный момент, а за последнее время указывается на какой-то отрезок времени. Навещали в празднике, навещали по праздникам. Второе словосочетание содержит дополнительный оттенок значения, указывая на регулярность повторения действия в определенные сроки. Различие между синонимическими предложными сочетаниями может носить не смысловой, а стилистический характер. Так выражение «идти по воду», «ходить по грибы» присуще просторечию. Сравните нейтральные «идти за водой», «ходить за грибами». Они могут использоваться в художественной литературе. Весной ходят девушки в рощу по ландыши, летом по ягоды. В синонимических сочетаниях «по окончании спектакля», «после окончания спектакля», «по приезде в город», «после приезда в город». Первый вариант в каждой паре имеет книжный характер. В синонимических сочетаниях «прошел с километр», «прошел около километра», «на выполнение работы понадобится с месяц», «на выполнение работы понадобится около месяца». Первый вариант, в нем предлог «с» использован для приблизительного указания отрезка пространства или времени, имеет разговорный характер. Оттенок официальности присущ сочетанию «за подписью и печатью». Сравните стилистический нейтральный оборот «с подписью и печатью» и тому подобное.